Некоторые из вас могут спросить: доктор Попова, имеете ли вы право так говорить? Имею. Во-первых, потому что у меня была действительно очень серьезная травма. Вот вы увидите у меня на локте шрам, потому что у меня был раздроблен локтевой сустав, удалена часть кости, лучевой кости, были разорваны связки, серьезнейший вывих, повреждены сосуды, нервы. И лучшие врачи, а я обратился действительно к лучшим врачам, сказали мне, что вряд ли ты своим локтем будешь когда-либо работать. Спросите у любого травматолога, и он вам скажет, что локоть – это самый капризный сустав. И когда через 18 дней я пришел к своему оперирующему хирургу, Анатолию Федоровичу Лазареву, профессору из ЦИТО, прекраснейший хирург, он посмотрел и говорит: если бы я тебя не оперировал, я бы не поверил. Этим локтем я работаю лучше, чем здоровым. И если вы будете слушать меня, то и вы получите такой же результат. А еще я имею право говорить потому, что вы посмотрите мои результаты лечения. Я взял немногих своих пациентов, но и этого будет достаточно.